Добрый день, уважаемые коллеги! Мы начинаем наше занятие «Проектирование рабочей программы по предмету физика». Меня зовут Арефьева Елена Юрьевна, я старший методист Института содержания методов и технологий образования МГПУ. Вместе со мной этот вебинар проведет методист по физике Кругова Юлия Евгеньевна. Также в вебинаре будут участвовать учителя физики Матвеева Елена Владимировна и Федорова Елена Владимировна. Еще раз напомню, что тема нашего вебинара – проектирование рабочей программы по предмету физика. Итак, прежде чем поговорить о теме нашей сегодняшней встречи, предлагаю вам ответить на два вопроса. Первый вопрос. Какого подхода вы придерживаетесь при разработке рабочей программы? И второй. Является ли ваша рабочая программа рабочим инструментом, к которому вы систематически обращаетесь? Для ответа на эти вопросы вы можете пройти по QR-коду или по ссылке, которая сейчас появится в вашем разделе «Вопросы и ответы». Обратите внимание, коллеги, не в чате, а в разделе «Вопросы и ответы». Пожалуйста, проходите по QR-коду или по ссылке и примите участие в вопросе. Какого подхода вы придерживаетесь при разработке рабочей программы? И является ли ваша рабочая программа рабочим инструментом, к которому вы систематически обращаетесь? У нас появились уже результаты. Давайте посмотрим с вами и проанализируем. Так, обновились. Итак, какого подхода вы придерживаетесь при разработке рабочей программы? Больше всего слушатели дали ответ «Опираюсь на примерную программу». Угу, продолжайте отвечать. На втором месте является ответ «Разрабатываю совместно с коллегами по методическому объединению». И, наверное, на третье место можно поставить ответ «Использую рабочие программы, размещенные коллегами в сети интернет». Да, вот обновление происходит, но эти три ответа лидируют. На второй вопрос. Является ли ваша рабочая программа рабочим инструментом, к которому вы систематически обращаетесь? И по результатам можно сказать, что 42% из слушателей ответили скорее да, чем нет. 35% да, является. И на третьем месте скорее нет, чем да. Ну и меньше всего получил ответ «нет, не является». Это очень хорошие результаты. И думаю, что мы продолжим с вами сегодня разговор о том, с какими трудностями сталкивается учитель при разработке рабочей программы, что нужно сделать, чтобы рабочая программа действительно являлась рабочим инструментом каждого учителя.
Итак, рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, в том числе в внеурочной деятельности, учебных модулей должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения программы основного общего образования. А с какими трудностями сталкивается учитель при проектировании рабочей программы? Хочу предоставить слово учителю физики и астрономии школы Покровский квартал Матвеевой Елене Владимировне. Добрый день, коллеги! Составление рабочих программ по предмету является чаще всего самой проблемной и трудоемкой частью процесса подготовки всей необходимой для работы документации, особенно для молодых учителей. Не случайно подход учителей к разработке рабочей программы, хоть и трудоемкий, но все же формальный. Куда проще скопировать опубликованные ранее в интернете программы, внести незначительные изменения, сдать администрации школы и больше к ним не обращаться, а уделить внимание подготовке материалов для каждого урока. Но здесь-то и возникает основная проблема. При проектировании уроков учитель должен ориентироваться на зафиксированные в ВГОС образовательные результаты. Предметный, метапредметный и личностный. В привычных нам за много лет рабочих программах все эти три типа результатов разнесены в разные части программы. И кажется, что метапредметные и личностные результаты никак не связаны с предметным содержанием. Особенно сложно для учителя физики вписать личностные результаты в свои уроки. Это одна из проблем при проектировании рабочей программы. Вторая проблема – отбор содержания и сопоставление образовательных результатов дидактическим единицам. Что должен будет знать и уметь делать ученик после изучения конкретной темы? Одни темы по физике благоприятны для экспериментов, при изучении других тем это сделать сложнее. Ну, например, при изучении темы строения атома и атомного ядра проведение живого эксперимента невозможно. Третий момент – это выбор средств для достижения результатов и отбор контрольно-оценочных процедур. Традиционно учитель выбирает привычные формы контроля. На физике – это лабораторная работа, контрольная работа, решение задач, тест, устный ответ. В привычных нам рабочих программах это выглядит как перечень лабораторных работ каждой теме и количество контрольных работ в обобщенном тематическом планировании. Но отраженные в стандарте множественные образовательные результаты должны не только формироваться, но и оцениваться. Таким образом, перед учителем стоит серьезная задача при проектировании рабочей программы учесть множество составляющих. Иначе формально разработанная рабочая программа будет простой тратой времени учителя и по-прежнему не будет его рабочим инструментом. Спасибо за внимание. Спасибо, Елена Владимировна. Я думаю, что Елена Владимировна, ну, выразила, наверное, мнение многих коллег. И это же показал наш первый опрос. Кроме затруднений, еще существуют и некоторые, так сказать, мифы о рабочих программах. Давайте с ними познакомимся. Прежде всего, первый миф – это о том, что рабочие программы создаются на год обучения. Учитель создает программу «Физика начинается изучаться в 7 классе», учитель разрабатывает рабочую программу в 7 классе, на следующий год начинается новая разработка, и в 9 классе начинается, может быть, редактирование, может быть, новая разработка рабочей программы, появляется новая программа. Конечно же, это неправильно. Рабочая программа разрабатывается на уровень обучение, то есть на 7, на 8 и 9 класс. Об этом мы сегодня поговорим более подробно. И второй миф о том, что количество часов на изучение предмета утверждено в ВГОС. Конечно, нет, коллеги, количество часов на изучение предмета определяет образовательное учреждение, а учитель уже распределяет количество часов на изучение каждой темы. Об этом и о других особенностях проектирования рабочей программы я хочу
попросить рассказать учителя физики и астрономии школы 1359 имени авиаконструктора Миля Фёдорову Елену Владимировну. Елена Владимировна, вам слово. Коллеги вас видят и готовы слушать. Коллеги, здравствуйте. Конечно, рабочая программа разрабатывается на уровень образования. Что учителю при этом нужно? Определить последовательность тем в соответствии с выбранным УМК на весь уровень образования. Распределить количество часов на изучение каждой темы. Это задача учителя. А количество часов на изучение предмета определяет сама школа. При проектировании рабочей программы по физике нужно учитывать еще ряд особенностей. Во-первых, это сквозные темы. Например, ряд тем: физика, наука о природе, динамика, кинематика, магнитные явления, законы сохранения изучаются и в 7 классе, по некоторым УМК в 8, и в 9 классах. Мне, как учителю, приходится учитывать это при создании рабочей программы и выделить результаты, которые можно сформировать у учащихся в 7 классе, и результаты, которые я буду формировать у учащихся уже в 9 классе. Это же относится и к элементам содержания. Во-вторых, с этого года уже на уровне основного общего образования физику можно изучать как на базовом, так и на углубленном уровнях. Поэтому мне, как учителю, при разработке рабочей программы для каждого уровня изучения нужно учитывать еще и этот факт. Надо не забыть выделить образовательные результаты не только для нового элемента содержания, но и расширить программу различными видами деятельности – проектной, исследовательской, экспериментальной. Причем экспериментальная деятельность может быть как отдельным уроком, так и осуществляться в рамках одного урока или его части. Еще не могу не сказать о подборе материала каждому уроку и теме. У каждого учителя за годы работы в школе уже создана своя копилка материалов. Это и цифровые ресурсы в том числе. Каждый учитель каждый год пополняет свою копилку ссылками на различный контент. МЭШ, сайты, музеи, виртуальные экскурсии. Так вот, рабочая программа как раз и должна являться тем документом, в котором собраны все необходимые составляющие для организации образовательного процесса. Коллеги, спасибо за внимание. Спасибо, Елена Владимировна, за ваш опыт. И вот благодаря вашему выступлению нам нужно, наверное, конкретизировать, что же такое рабочая программа. Рабочая программа – это рабочий инструмент учителя, который призван помочь в целеполагании, то есть формулировании планируемых результатов, отборе содержания и выборе средств для достижения этих результатов. А также не забываем про оценку результативности обучения. Что же нужно сделать учителю для того, чтобы рабочая программа по предмету стала действительно рабочим инструментом учителя? Вспомним, коллеги, о проектировании. Ведь наша задача – научиться разрабатывать или проектировать рабочую программу по своему предмету. Проектирование – это целенаправленная, ограниченная во времени деятельность по созданию нового продукта. Всем нам знакомы этапы проектирования. Прежде всего, мы должны определиться с целью продукта. Но конечным продуктом нашего проекта будет являться рабочая программа по предмету. Мы должны договориться или определиться с образом конечного продукта. То есть какая будет модель нашей рабочей программы, чем мы ее будем наполнять, из каких элементов она будет состоять. Следующий шаг. Мы должны определить последовательность работы над данным продуктом. Какими ресурсами мы можем воспользоваться для того, чтобы наша рабочая программа действительно являлась рабочим инструментом учителя. Следующий шаг – это разработка самого проекта, то есть разработка самой рабочей программы. И, конечно, представление или использование в своей работе разработанной рабочей программы. Итак, для проектирования рабочей программы нам необходим определенный алгоритм, то есть последовательность действий. Структура рабочей программы может быть разной.
Вот одна из моделей, то есть традиционная модель рабочей программы, о которой говорили сегодня мои коллеги, выглядит следующим образом. Первая ее часть – это планируемые образовательные результаты. Метапредметные, личностные, и потом идут, как правило, предметные результаты. Следующая часть – это содержание темы и дидактические единицы. И третья часть традиционной модели рабочей программы представляет собой тематическое планирование. Это, как правило, таблицы, в котором последовательно выстроены темы изучения, распределенные по классам, а также примерное количество часов, которые учитель отводит на изучение той либо иной темы. Эти части рабочей программы, традиционной модели, никаким образом самой рабочей программы не связаны друг с другом. А вот если рассмотреть модели рабочей программы московского учителя, о которой мы сегодня с вами будем говорить, то нам бы хотелось, чтобы метапредметные, предметные, личностные результаты, чтобы между ними была видна в рабочей программе определенная взаимосвязь, чтобы они были связаны не только друг с другом, но и с содержанием учебного предмета, потому что любой образовательный результат формируется на основе предметного содержания. Также все эти элементы должны быть связаны с ресурсами, будь то цифровые, социокультурные или научно-технические, и оценочные процедуры. Итак, я хочу предоставить слово методисту Круговой Юлии Евгеньевне. Она познакомит вас с алгоритмом разработки рабочей программы. Юлия Евгеньевна, пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы продолжаем наше занятие. Наша модель ни в коем случае не противоречит модели в ГОС. Она ее раскрывает, дополняет, расширяет. И, как нам кажется, делает рабочую программу более эффективной, более удобной в использовании. Все, что представлено в Московской электронной школе, выстраивается вокруг тем тематического каркаса. Структура рабочей программы начинается с темы, которая представлена в тематическом каркасе. Когда мы с вами выбираем тему для разработки рабочей программы, например, физика, наука о природе, мы должны подобрать содержание. Дидактические единицы можно взять из тематического каркаса. Например, в теме «Физика, наука о природе» эти дидактические единицы первого и второго уровня, физические термины, элементы естественно-научного метода познания. Это то, от чего мы будем отталкиваться. Следующий шаг. Нужно отобрать планируемые результаты к этой теме. Мы предлагаем более детализированные и конкретизированные формулировки результатов. Кроме того, результаты распределены по трем уровням. Начальный, репродуктивный, повышенный, продуктивный и высокий, рефлексивный. Репродуктивный, то есть начальный уровень результатов, предполагает формирование способности обучающихся к воспроизведению готовых знаний, повторению действий в знакомой ситуации и известным способом. На повышенном уровне продуктивным. Предполагается формирование способности учащихся действовать в некоторой измененной ситуации, когда есть возможность выбирать способ действия или преобразовывать уже имеющийся способ действия и анализировать имеющиеся источники информации. Ну и, наконец, высокий уровень рефлексивные результаты связан с формированием способности учащихся к формированию самостоятельной поисковой исследовательской деятельности и принятию решений самостоятельно. Мы обратили внимание своей разработки на то, что метапредметные результаты не могут быть оторваны от предметного содержания. Поэтому в нашей рабочей программе объединены предметные и метапредметные результаты.
В метапредметных результатах отражаются способы действий, которые осваиваются обучающимися на базе нескольких предметов, так называемые универсальные учебные действия. Эти универсальные действия применяются как в рамках образовательного процесса, так и в жизненных ситуациях. Например, различать элементы, объяснять взаимосвязь, конструировать последовательность, приводить аргументы для подтверждения или опровержения точки зрения. Это то, чему мы обучаем детей на уроках физики. Но эти же умения они могут применить и на других предметах. Конечно, не забываем и о личностных результатах, требования к которым прописаны в ВГОС. Тема «Физика, наука о природе» благоприятна для формирования многих личностных результатов. Уже с первых уроков учащиеся формируют интерес к истории и современному состоянию российской физической науки. На этих же уроках уместно поговорить с учащимися о правилах безопасности, в том числе о безопасном поведении в интернет-среде. Следующий шаг. В каждой теме мы подбираем средства, с помощью которых обучение будет более продуктивным. Например, в рабочую программу мы добавили социокультурные и научно-технические ресурсы города страны. Это и музеи, и парки, и научные лаборатории, и многое другое. И, конечно же, электронные ресурсы, которые необходимо указывать в рабочей программе. В нашей рабочей программе есть ссылки на материалы, которые представлены в библиотеке Московской электронной школы. Вы также можете добавлять материалы, которые вы используете при изучении данной темы. И в завершение необходимо запланировать оценочные процедуры. Напомним, что их полный перечень находится в формах контроля Московской электронной школы или на сайте нашего института ИСМИТО в виде брошюры «Форма контроля». Например, в теме «Физика, наука о природе» можно запланировать лабораторную работу, диалог на тему «Влияние современных достижений физики на жизнь человека», доклад по теме «Вклад физики в решение экологических проблем», а также исследовательскую работу, практическую работу, устный ответ. Коллеги, спасибо за внимание. Спасибо, Юлия Евгеньевна. У вас на экране, коллеги, расположен фрагмент рабочей программы по одной из тем физики, в которой объединены и элементы содержания, давайте еще раз зафиксируем, из чего состоит предлагаемая нами модель рабочей программы московского учителя. А в самом верху это тема «Физика, наука о природе». Следующее – это элементы содержания. Далее идут разноуровневые результаты, распределенные по трем уровням – начальный, повышенный, высокий, а также личностные результаты, которые подобраны специально к этой теме. Следующее – социокультурные и научно-технические ресурсы города и страны. Еще цифровые ресурсы Московской электронной школы. Как говорили сегодня наши коллеги, у каждого учителя богатая копилка разнообразных цифровых ресурсов, дидактических материалов и так далее. А также возможные формы оценки деятельности учащихся. Для каждой темы нужно подобрать те формы, с помощью которых будет удобно оценивать сформированные при изучении данной темы образовательные результаты. Поэтому вот то, что вы видите на экране в теме «Физика, наука о природе», здесь присутствуют такие формы, как и диалог, полилог можно организовать на разные темы. Можно предложить учащимся исследования, можно практическую работу на закрепление определенного навыка, либо решения задач, либо каких-то экспериментальных умений.
как говорила Елена Владимировна сегодня, что каждая тема благодатна для определенного рода деятельности. На каких-то темах можно провести множество экспериментов, а на каких-то темах провести живой эксперимент не предоставляется возможным. Для того, чтобы в своей рабочей программе разместить разнообразные ресурсы, вы, конечно, должны оценить имеющиеся у вас в кабинете физики ресурсы, которые вам предоставляет образовательная организация. Прежде всего, это наше специальное физическое оборудование. Так, для итоговой работы вам предстоит разработать фрагмент рабочей программы. Какие материалы вам понадобятся для этого? Это перечень результатов по темам. Мы разместили для вас в папке для слушателей перечень результатов к 8 темам по физике. Еще потребуется тематический каркас. Тематический каркас тоже мы разместили к этим выбранным темам. На итоговую работу вам достаточно выбрать одну любую тему из предложенных. Также вам в помощь будет видеоматериал, какие изменения произошли в Федеральном государственном образовательном стандарте 3.0 по физике. Еще видеоматериал, который вам поможет при разработке фрагмента рабочей программы, это то, что должен знать учитель о новом ВГОС основного общего образования по физике. Как уже говорилось сегодня, произошли изменения, физика может изучаться как на базовом, так и на углубленном уровне. Конечно, учителю нужно познакомиться, какие дидактические единицы, элементы содержания можно изучать не только на базовом уровне, но и на углубленном уровне изучения предмета. А также шаблон рабочей программы. Вот так выглядит шаблон рабочей программы, который вам придется разработать для итоговой работы. Если у вас появляются вопросы, вы можете сегодня, вот прямо сейчас, писать вопросы, задавать их в разделе «Вопросы-ответы». Мы с удовольствием на них ответим. И пока вы формируете ваши вопросы, я предлагаю вам ответить еще на один вопрос. Может ли рабочая программа действительно стать рабочим инструментом, к которому вы систематически будете обращаться? Для этого пройдите, пожалуйста, по QR-коду или по ссылке, которая у вас появится сейчас в разделе «Вопросы и ответы». Проходите, пожалуйста, коллеги, и ответьте еще раз на один вопрос. Может ли рабочая программа действительно стать рабочим инструментом, к которому будет систематически обращаться учитель? Угу. Хорошо, да, кому-то удалось пробиться к тесту, да, там тоже два ответа появилось, но большинство ответов появилось здесь у нас в разделе «Вопросы и ответы». Спасибо, коллеги, за участие в вопросе. По поводу итогового занятия, выполнения итоговой работы. Если у вас возникают вопросы, вы видите на экране на своем контакты, вы можете написать обращение, также вы можете обратиться к своему куратору. Кураторы проконсультируют вас еще раз о том, каким образом будет проходить итоговая работа, каким образом будут создаваться команды, в которых вы будете готовить итоговую работу. Еще раз повторюсь, что для итоговой работы на защиту вам необходимо разработать фрагмент рабочей программы, которая будет включать в себя те элементы, которые мы сегодня вам представляли. Еще раз обозначу, это тема, элементы содержания, планируемые образовательные результаты,
возможные формы оценочных процедур, цифровые ресурсы Московской электронной школы и также ресурсы страны и города Москвы. Коллеги, я еще раз выведу на экран наши контакты. Если есть вопросы по сегодняшнему нашему вебинару, тоже готовы на них ответить. Но вопросов я пока не вижу. Я вижу только ваши ответы. Спасибо, что откликнулись и ответили в нашем разделе «Вопросы-ответы». Да, в основном вопросы «да», 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 скорее «да», чем «нет». Надеемся, что вы порадуете нас своими разработками и рабочими программами на итоговом нашем занятии. Вся необходимая информация для разработки рабочей программы у вас будет находиться в материалах. Шаблон рабочей программы и запись нашего сегодняшнего вебинара вы можете еще раз посмотреть. И тот вебинар, который проходил сегодня общий, тоже будет запись. Вы тоже можете обращаться и еще раз пересматривать, если упустили какую-то информацию, непрерывно к ней возвращаться. Наверное, выведу еще раз контакты на экран. По всем вопросам обращайтесь к нам, с удовольствием вам будем помогать. Желаем вам хорошего настроения во время учебы, во время разработки рабочих программ. И, наверное, на сегодня мы завершаем нашу встречу. Коллеги, если нет вопросов. Благодарю вас за внимание, благодарю коллег своих за то, что поделились своим опытом в разработке рабочих программ. Коллеги, до следующей встречи. Всего доброго. Спасибо.